Труба кличе. Телеканал «Крим» за підтримкою компанії «Арт Крим» оголошує старт грандіозного телевізійного проєкту під назвою «Знайомтесь, я – музикант». Для участі в телешоу запрошуються музиканти-солісти, що грають на звичних і оригінальних інструментах. Ми чекаємо на ваші заявки за адресою, яку ви бачите на екрані. Скажіть всьому світу «Знайомтесь, я – музикант». Приветствую в эфире SM Show. Сегодня у нас интересные гости, джазовые исполнители. Это певица из Камеруна Кэмми и джазовый музыкант Андрей. Вона – Мерилен Кеме, молода співачка з далекого Камеруна. Полюбляє R&B і українську попсу. Сама виконує кавер-версії відомих джазових виконавців. Він – Андрій Арнаутов, відомий бас-гітарист, за плечима якого Московське музичне училище імені Гнесіних, коледж Берклі і успішні музичні проекти. Африканську етнічну музику. Вона – її безпосереднє втілення. Обидва вони входять до складу «Київ Арт Ансамблю» під керівництвом відомого українського джазмена Володимира Соляника. Об'єднані любов'ю к джазу, вони створюють чудову і неповторну музику, що знаходить відгук у серцях джазових гурманів. Добрый вечер. Добрый вечер. Кэмми, почему вы увлеклись джазом? Я всегда хотела работать в этом направлении. Скажем так, жизнь меня привела не только на родине, но и в Украине, чтобы как бы работать в этом направлении. Поэтому я, скажем так, целью жизни. А вы находите что-то общего? Вот ваши народные камерунской музыки и джазовой музыки, есть какие-то сходства? Конечно. Джаз – это вообще совокупность разных жанров музыкальных. Поэтому и моя музыка народная, я нахожусь уже в джазе. Вот, поэтому это здорово. Что любите слушать, кроме джаза? Люблю слушать попсу, R&B, вот, кавер тоже, блюз. И, конечно, народная... Слушаете нашу украинскую попсу? Да, слушаю. А кто вам нравится из наших попсовых исполнителей? Мне нравится Джамала, мне нравится Ёлка, Ани Лорак тоже, у нее очень красивые песни, вот, и Тина Карл. Кэмми, у вас есть вот собственные композиции джазовые, или вы больше любите исполнять хиты? У меня есть собственные композиции, то есть мы... С Андреем Арнаутовым как раз работаем на новом проекте. То есть это вот смещение вот этно-джаз, если можно так сказать. То есть песни на моем языке, на камерунском, и он сочиняет музыку. Андрей, вы один из немногих музыкантов постсоветского периода, который закончил Беркли. Вот как так получилось, что вы попали? Вот? Во-первых, я его не закончил, я проучился там 2 года. Я закончил училище имени Гнесиных и где-то в 90-м году переехал на постоянное место жительства в Соединенные Штаты. И уже находясь там, я поступил в Беркли. Вот. Но это был, конечно, замечательный опыт, потому что Беркли – это колоссальный ресурс музыкальной информации и колоссальный... скажем так, способ набора опыта, потому что там тоже и была очень творческая обстановка, много молодых музыкантов и действительно с кем можно было общаться, обмениваться опытом и что-то создавать. Была мечта когда-то попасть в Беркли? Это мечта каждого молодого музыканта.
Это не только на постсоветском пространстве, а из любой части света. Это как бы мекка современной музыки. Это, можно сказать, мекка джаза было в то время. Гнесинская школа вам помогла там? Училище имени Гнесиных, сейчас уже государственный колледж имени Гнесиных, Московской современной музыки. Там очень высокая подготовка, и безусловно, что не проучившись там, вряд ли бы я достиг бы такого уровня, чтобы мне там обеспечивали бесплатную стипендию и приняли меня просто вот так. Как вы встретились с Кэмми? Абсолютно случайно или не случайно, то есть, ну, не знаю, я, честно говоря, в случайности не верю. Видимо, ну, так вот должно было бы произойти, потому что, честно говоря, у меня была давняя мечта сделать проект на основе африканской музыки. Когда я жил в Нью-Йорке, я тоже пытался создать нечто подобное, то есть сотрудничал с музыкантами из Южной Африки тогда. Ну, у нас было такое, в общем-то, общее творчество. Но этот проект, к сожалению, долго не продержался. Мне пришлось уезжать из Нью-Йорка по ряду обстоятельств. И как-то вот тоска по этому, ностальгия некая. То есть, ну вот, один раз уже приобщился к африканской музыке, то уже все, ты уже на нее подсел. Потому что это музыка просто необыкновенная, она объединяет в себе все. Если в одной музыке, скажем так, развитое хоровое пение и мелодизм, африканская музыка объединяет в себе все. Это и хоровое пение, это и ритм, и мелодизм, и очень большая глубина. И для меня это такой некий непостижимый вообще космос, который я вот пытаюсь все время постичь. И вот Кэмми вам помогает постичь это? Абсолютно, абсолютно. Она не только помогает и меня очень вдохновляет, когда так сложилось, что мы оказались в одном географическом пространстве. Известный музыкант Джо Завинул, основатель группы Weather Report, на русский язык переводится «Прогноз погоды», он сказал, что если есть самая музыкальная в мире страна, так это Камерун. Потому что Камерун подарил миру очень много известных музыкантов. Weather Report, кстати, играл ваш коллега Пасториус, да? Совершенно верно, совершенно верно. И не только Пасториус, а Алфонсо Джонсон там играл, и прекрасный басист, и Виктор Белли. То есть там много замечательных басистов прошло через Weather Report. Познакомились здесь, в Украине? Или? Да, мы познакомились здесь, в Украине. На выступлениях. На выступлениях, совпали на выступлениях. Потом начали общаться, просто начали говорить. Я говорю, слушай, Марлен, давай попробуем такое. Я вот сейчас, смотри, вот давай я сейчас что-то сыграю, а ты попробуй поимпровизируй. Но это будет уже не джаз. Кэмми, ну Андрей понятно, да, его да. Потянула кровь предков, он вернулся в Украину. А вот вы как сюда попали? Тоже кровь предков потянула. Я, собственно, приехала в Украину реализоваться, если можно так сказать, вот, потому что я тоже на родине пела, вот, в разных там местах, в хорах и так далее. Вот, и когда я приехала, у меня была такая возможность, потому что я познакомилась с многими музыкантами, вот, пела в одной группе, в другой группе. Вот, сейчас я, собственно, работаю с такими, как Владимир Соляник, вот, известный джазмен Украины, вот, и Андрей Арнаутов тоже, то есть в этом проекте. И как бы так сложилось, что вот. Вы там в Камеруне были наслышаны о джазовой музыке в Украине? Там мало знают, это только любители. Любители, которые действительно интересуются там музыкой, что там, как и где. То есть это они могут знать. А так, в скобочках. Насколько в вашей стране популярен джаз? Ой, очень популярен. У нас такой музыкант, как Ришар Бона. Вот, тоже на мировом уровне, то есть известный. Вот Ману Дибанго тоже вот делает джаз. То есть у нас эта музыка вот изюмная такая, вот такая музыка, что все любят. Вот. А, конечно, есть и своя музыка. Вот,
нас сегодня джаз – это больше элитарная музыка, и слушатели джаза у нас как бы небольшая аудитория, к сожалению, да? Ну... Да вы знаете, как бы опыт показывает, что нет. Когда проходит какой-то в Киеве серьезный джазовый концерт, то собирается очень большая аудитория. Я считаю, что это представление ошибочное. Мне хотелось бы больше. Благодаря вашим коллегам, Владимиру Солянику, они сделали так, чтобы люди все больше... Да, Владимир Соляник это самый настоящий миссионер джаза. Кроме того, что он прекрасный музыкант и импровизатор, он просто еще вдобавок самый настоящий миссионер джаза. Потому что он именно от души делает все, чтобы эту музыку популяризировать, и чтобы это и все больше и больше людей, и более широкие массы к этой музыке приобщать. За это спасибо ему большое. He's gonna stay, and no sunshine when he's gone, but his house just ain't no home. Anytime he's gone away, and I know, 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 and I know, I know, I know, I know, I know, I know, and no sunshine when he's gone. Кэмми, вот понятно, когда вы играете совместно, ребята у вас что-то новое берут от вашего фолка. А что вы берете вот именно от наших музыкантов, от наших джазменов для себя нового? Эмоции. У меня вот то, что я пишу, это жизнь. То есть все, что произойдет в моей жизни, все, что мне рассказывает, какой-то взгляд, какой-то смех, какая-то история. Все эти эмоции мне помогают. Украинские музыканты аккомпанируют по-другому, не как у вас в Камеруне? Ой, ну, каждый, ну, аккомпанемент – это целая душа, то есть, по-моему. То есть, это не то, что там просто инструмент он взял и сыграл. Это то, что у него внутри, он сыграет этот инструмент, поэтому... Ну, вы почувствовали разницу, когда вам там аккомпанировали и вот здесь? Ну, есть разница, потому что это другой кайф, это как бы... Но это тоже кайф. Это тоже кайф. Я знаю, что у любого эстрадного исполнителя есть какая-то мечта выступить на какой-то сцене там, ну, понятно. А вот мечта джазового музыканта, с кем бы вы хотели выступить? И вот... Ну, я думаю, что у джазовых музыкантов нет предела, что нет такой мечты, что с кем хотелось бы выступить. Конечно, это всегда хорошо выступить, потому что это обмен эмоций, это обмен каких-то, обмен опыта и так далее, но... Самая популярная сцена, где выступают джазмены, будем так говорить. Ну, Карнеги Холл, допустим, там тот же, или там Монтрео Джаз. Вальединец. Не, ну это мы говорим о более крупном масштабе. То есть вам там еще не удавалось выступать? На Монтрео я выступал один раз, когда работал с Томом Брауном, с трубачом. Но не на канадской части, он проходит в двух частях. Он проходит со стороны Америки в Детройте. Вот, и часть проходит, так я на детройтской части. Первые ваши гастроли в Крыму? Вместе с Марлен, да, это впервые. Что вы знаете о крымских музыкантах? Крым – это вообще такое, скажем так, тоже место, где происходит очень много интересной музыки. В частности, вот такой вот уникальнейший, я считаю, вообще существует здесь культурный пласт, не только музыкальный, а и культурный пласт. Это крымско-татарская культура, которая меня самого очень интересует, и в частности, очень интересует музыка. И у меня есть планы ближе к весне даже записать альбом крымско-татарскими музыкантами с Рустемом Бари и с Наркетом Рамазановым. Кэмми, вы замужем? У вас есть семья? Пока нет. Любимый человек? Любимый человек есть. Он здесь или там и живет?
здесь. Как у вас в стране относятся вообще, когда вот женщина занимается творчеством, когда она поет? Вот не во всех странах как бы вот это приветствуют. В вашей стране как это? Насколько это приветствуется? Сегодня это уже хорошо приветствуют уже, потому что раньше, конечно, женщина должна была стоять на кухне, там, готовить и так далее, и так далее. А сейчас у нас по-другому. То есть женщина должна максимально развиваться, поскольку уже времена изменились, и женщина должна тоже принести свой плюс в семье. Как ваши семьи отнеслись вот к вашему творчеству, что вы стали певицей? Ездить и гастролировать по всем странам? Очень хорошо. У меня родители меня поддерживают. Вот, всегда спрашивают, как у меня дела, как я выступила. Сегодня они вам помогают финансово или вы поддерживаете уже их? О, и то, и другое. И то, и другое. Конечно, надеюсь, что какое-то время я уже буду самостоятельно как бы заботиться о них. Потому что я же все-таки ребенок, и я должна заботиться о родителях. Все музыканты терпят, да, определенный финансовый кризис когда-то. У джазовых музыкантов это бывает больше, но как бы это менее востребованная музыка, больше не коммерческая, будем так говорить. Бывало такое, чтобы завязать с джазом и, вот, и начать играть какую-то попсу и зарабатывать деньги? Просто скажем так, в первую очередь я профессионал. И мне, я могу вот абсолютно искренне и честно сказать, что мне за мою профессиональную карьеру пришлось играть абсолютно все. Я могу сказать, что я играл от рока до работы в симфоническом оркестре. Играл и кантри, и попсу, и все. В частности, в Соединенных Штатах, для того, чтобы поддерживать адекватный уровень жизни, нужно музыканту играть абсолютно все. У меня расписание было такое. Утренний концерт, допустим, с симфоническим оркестром. Днем студийная запись. Это могла быть и попса, и кантри, и все что угодно. Какой-нибудь выезд с роковой командой даже. Вечером, уже ближе к ночи, концерт в джаз-клубе. То есть абсолютно приходилось играть все. Так что я не считаю, что это компромисс играть, где-то бросить все. Это, скажем так, некий профессионализм и гибкость. У вас, Кэмми? Я начала петь в хоре, то есть это больше госпель, это больше вот не очень относится к, ну, в скобочках, к джазу. Вот. А потом уже стала работать в группе, там пела рок, вот Тина Торнер, типа вот такой, то есть Сузи Кватро, что-то такое. А потом уже вот начала блюз, джаз, то есть это же опыт набирается со временем, потому что солист должен вот иметь в разных жанрах, там петь, то есть это тоже умеет, то есть выражать эмоции по-разному, то есть то ли жестко, то ли мягко, то ли так, то ли сяк, то есть это все опыт. Ваша аудитория. Вот вы приезжаете, знаете, вот в эту страну мы приедем, вот это наше, это нас слушали, мы знаем, что там нас примут, там нас сразу там поймут за кнопку, будем так говорить. Где вам больше нравится выступать, в какой стране? Мне больше всего по аудитории впечатлила, кстати, Польша и Украина. Кстати, ваш город Симферополь очень впечатлил по аудитории. Когда я в первый раз сюда попал, это как раз мы вот только что познакомились с Владимиром Соляником, и я как раз вот попал сюда сразу после Соединенных Штатов. И привык, что там в клубах как-то так идутся разговоры, люди там сидят, пьют, там, человек играет. Да. Я привык как-то так вот уже к такой обстановке, что ты играешь, и как-то вот люди вот некоторые слушают, сидят, некоторые просто там сидят, общаются, что-то рассказывают. И когда мы с Володей вышли играть в первый раз, мы вышли играть в Бэм, это, кстати, тоже отдельная совсем история, как мы познакомились. Но это передачи не хватит рассказывать. В общем, мы вышли на сцену,
и начали играть. И у меня был там такой сольный кусок, где я был абсолютно один. Я стою, играю. Я сделал паузу. И вдруг я услышал такую тишину. Это было просто необыкновенно. У меня просто даже в какой-то момент захватило дух. Можно было бросить булавку и услышать ее звон. Это было что-то потрясающее. Я подумал, вот это оно. Вот это счастье. Я вот это вот испытал в вашем родном городе, в Симферополе. Ну, приятно, конечно, за наших крымчан, что они любят джаз, понимают его. А для вас, Кэми? Мне нравится в Украине больше аудитория, потому что здесь я действительно начала больше развиваться, то есть как певица и так далее. Поэтому, конечно, аудитория бывает разная, что есть люди, которые не слушают, как Андрей говорит, или слушают одним там ухом и так далее. Но самое главное – это вот эта та эмоция, которую вот я стараюсь передавать. Вот, и когда это трогает людей, это оно. Кэми, а вам хотелось бы вот приехать у себя на родине вот со своей командой, украинской командой, будем так говорить, и дать концерт? То есть у вас есть это в планах? У нас в планах, мы обязательно это сделаем. То есть эти музыканты там будут смотреть экзотично, белые музыканты, они немножко другие? Почему? Я думаю, что у нас там белые хватают, поэтому это будет то, что нас тронут, то, что там будет удивительно, это музыка, которую мы им приносим. Вот, я думаю, что это будет самое, как бы, удивительно для них. Вот это смещение Украины к Мурону, знаешь, вот именно такое, это будет удивительно для них. Ну что ж, наше время передачи сегодня истекло, к сожалению. Мне было приятно с вами общаться. Спасибо, что вы приняли участие в нашем проекте. Я думаю, это не последнее ваше участие. А всего доброго, удачи вам. Спасибо вам большое. J'ai vu le jour dans ce pays où je viens sous un ciel bleu africain. Thank you.
Боротьба кличе. Телеканал «Крим» за підтримкою компанії «Арт Крим» оголошує старт грандіозного телевізійного проєкту під назвою «Знайомтесь, я – музикант». Для участі в телешоу запрошуються музиканти-солісти, що грають на звичних і оригінальних інструментах. Ми чекаємо на ваші заявки за адресою, яку ви бачите на екрані. Скажіть всьому світу «Знайомтесь, я – музикант».